У руля парусных судов Валерий Лукин стоит более 60 лет. Настоящий морской волк. За плечами Ильича, как его называют яхтсмены, несколько трансатлантических регат. Десятки тысяч миль по воде. Но, несмотря на это, капитан Лукин до сих пор помнит свое первое серьезное двухмесячное плавание, которое он совершил в 20 лет. Без моторов, из Перми, по Каме, по Волге, по Волгодону, по Азовскому, Черному морю, в Севастополь. В течение часа ребята с интересом слушали байки известного питерского капитана. Его воспоминания об уникальной встрече с королевой Елизаветой, об обеде в резиденции президента Финляндии, знакомстве с известным путешественником Юрием Синкевичем, а также о тех трудностях, которые яхтсмен встречал в дальних походах. Изюминку повествованию придавали песни, которыми Валерий Лукин, скажем так, раскрасил прозу жизни и с удовольствием делился с молодежью. Капитан, капитан, подтянитесь! Только смелым покоряются моря. Такой заряд энергии и эмоций получила, что хочется двигаться дальше, хочется учиться и познавать что новое. Все было интересно, и как узнать о различных историях из разных стран, как вообще путешествовать в морях. Особенно понравились забавные истории с детства этого человека, как они в 14 лет строили яхты сами. Очень много впечатлений, и в принципе я даже подумал, вдруг если я не поступлю, может пойти в КРУ, Курское речное училище. Проучившись там, в принципе, можно ходить по морям. На встрече присутствовали не только 11-классники 82-й школы, но и представители Котласского морского собрания, которые тоже были под впечатлением от услышанного. В результате от имени всех речников и моряков города Валерию Лукину была вручена памятная медаль за верность флоту. Эскиз награды, кстати, принадлежит кисти нашего местного художника Юрия Черкова. В наших краях Валерий Лукин оказался не случайно. В Котлас его пригласил известный российский живописец, наш земляк Стас Бородин. Вот уже 4 года они путешествуют вместе, причем не только по суше, но и по воде. Летом Валерий Ильич будет идти из Петербурга в Севастополь. Это будет большое путешествие. Ну, а так как у меня во Франции будет пленэр, я решил на этот пленэр приплыть на яхте, чтобы удивить французов, что русские не пешком, не на самолете, а на яхте приплывают. Действующему капитану и мореплавателю Валерию Лукину 78 лет. И своего возраста он не скрывает. Наоборот, всячески пропагандирует свои годы, а также яхтенный спорт, который, по мнению Лукина, и продлил его здоровье и отличное самочувствие. Когда мне исполнилось 60, я думаю, слушай, парень, тебе вот надо будет в шторм идти рифы брать, а ты что-то ходишь, качаешься. И я начал всерьез заниматься гимнастикой. Всерьез. Значит, сегодня я бегом через 2 ступеньки на 12 этаж к себе дома поднимаюсь. Этой весной в мае Валерий Лукин выйдет в свое очередное плавание. Из Испании на яхте он повезет известных деятелей этой страны на Каннский фестиваль во Францию. А летом также на парусном судне он планирует отправиться из Петербурга в Севастополь.